Творческий центр «Баку Креатив Центр» приступает к реализации нового проекта «Арт Синема Клуб». Как сообщили Азертаж пресс-службе центра, в рамках проекта каждую неделю по субботам будут демонстрироваться фильмы о художниках, искусстве и творческих деятелях. Первый кинопоказ состоится 1 марта в творческом центре «Баку Креатив Центр». Предварительно для первого показа отобрано 5 картин: «Фрида», «Девушка с жемчужной сережкой», «Призраки Гои», «Лучшее предложение» и «Поллок». Из 5 фильмов путем голосования будет выбрана одна лента, которая и будет показана в центре. Фильмы будут демонстрироваться на русском языке.